Приветствую вас, Яна. Знаете, вот ваш вопрос, он, конечно, про самооценку, про желание быть защищенной, про какую-то неопределенность в жизни и, соответственно, стремление к этой самой определенности в жизни. А ваш вопрос, он про перекладывание ответственности за то, чего вы хотите на человека, ну, на вот мужчину. И ваш вопрос, он про модель поведения. Про вашу модель поведения. Про гендерную модель поведения. Женскую модель поведения, которая, к сожалению, не является конструктивной. Ваш вопрос про неумение быть слабой. Ваш вопрос про перенос желаемого в действительность, то есть про некое ожидание каких-то изменений, да, без реальных на то предпосылок. Ваш вопрос про нелюбовь к себе, про игнорирование чувств. Ваш вопрос про стремление к семье, к защищенности. Ваш вопрос про неумение ценить себя, как сказал мой коллега, в общем-то, достаточно справедливо, Кудряшов Игорь Леонидович. Вот ваш вопрос про это, про все. И исходя из этого, правы ли вы, что хотите закончить отношения? Ну, дело здесь совершенно точно не в правоте. Не столь важно, правы вы или нет. Что вы будете делать, если, например, кто-то мне скажет: нет, Яна, ты не права, ты не права. И на самом деле поступать нужно совсем иначе, а ты действуешь вообще неверно. Да, вот, ну, что вы будете делать в таком случае? То есть, на мой взгляд, условно говоря, некий такой ориентир, который вы предлагаете сейчас, ориентир вот на правоту, свою собственную правоту или на неправоту, тоже свою собственную, это далеко не лучшая история, которую вы можете реализовывать для себя. Вот. Гораздо более важно, гораздо более важнее, чтобы вы ориентировались, например, по большому счету, именно на себя, чтобы вы ориентировались по большому счету именно на свои чувства, чтобы вы ориентировались на свои желания. Вот, понимаете, здесь момент-то какой? Момент-то в том, что вам нужно подтверждение того, что
вы поступаете верно, вам нужно подтверждение того, что вы действуете правильно. А если этого подтверждения не будет, если этого подтверждения нет, если мы скажем, например, что действуете вы неверно, что так, то тогда. То есть, грубо говоря, чувствуется у вас вот некоторая, наверное, неуверенность в собственных силах, вот чувствуется у вас некоторый страх, вот некоторые сомнения, может быть, в себе, в своих силах, да, вот. Чувствуются некоторые сомнения в том, что вы поступаете верно. И, на мой взгляд, конечно же, в первую очередь, ну, нужно работать с этим, с проблемой того, что вы не уверены в себе, со страхом ошибиться, со страхом, может быть, потерять то, что вам нужно, то, чего вы хотите. Итак, доброго дня. Пишите вы, мне 36 лет. Я познакомилась 6 лет назад с молодым человеком. Ну, вопрос достаточно стандартный. Я надеюсь, вы отнесетесь к этому нормально. Что общего между вами и, ну, молодым человеком? Вот. Все между вами общее. Что вас объединяет, да? Вот. Что могло бы вас связывать, например? Дальше. Какое значение для вас имеет возраст? Это вот тоже довольно такой значимый аспект. Какое значение для вас имеет возраст? И имеет ли он вообще значение? Этот самый возраст для вас. Если имеет, то какое? Если не имеет, то с какой целью тогда вы задаете этот вопрос. Вопрос, я имею в виду, связанный ну, точнее, для чего вы написали свой возраст. Дальше. Он чуть младше меня, а у меня есть ребенок от первого брака. И начали мы жить вместе. Пишите вы. Опять же, здесь очень важен вот какой момент. Если у вас есть ребенок от первого брака, то, соответственно, первый брак у вас разрушился. И судя по тому, что вы пишете, ребенок с отцом не общается. То есть ваши отношения достаточно, ну, сильно так, значит, разорвались. Или оказались разорванными. И здесь очень важно понять для себя, как получилось так, что вы расстались с человеком. Из-за чего вы расстались? Какие ошибки вы могли совершить? Я имею в виду, какие ошибки вы могли совершить, ошибаясь, да, в браке своем первом.
Ведь те же самые ошибки вы, скорее всего, совершили вновь уже в новых отношениях. Так что здесь очень важный момент. Дальше. Идем. Начали жить вместе. Но опять же, здесь вопрос вот в чем. Как вы познакомились с мужчиной? Повторюсь, что вас объединяет? Это очень важно. Что вас объединяет? Что связывает вас? А после какого периода вы начали жить вместе? Да? То есть вот как мы пришли к тому, чтобы жить вместе. Это очень все важные моменты, на которые вам нужно обратить свое внимание. Да? Какое значение для вас того, что вы начали жить вместе? Спустя год совместной жизни я спросил, а что у нас дальше? Дети в ЗАГС. Какое для вас это имеет значение? Чем вызван вопрос? Подобный. Чем он вызван? Почему у вас возник этот вопрос? Я имею в виду. Это тоже очень важный момент, принципиально важный момент, я бы сказал, потому что, ну, есть некоторая разница, скажем так, есть некоторая разница в том, что вы спрашиваете у человека что-то, то есть от него ждете какого-то, ну, момента, да? Вот, и между тем, что, например, сами делаете, сами реализовываете то, что хотите. Вот, то есть здесь принципиально различие. Сейчас получается, что вы сами не делаете ничего для того, чтобы добиться того, что хотите. Перекладывайте это на мужчину, ну, на своего партнера. Вот. Хорошего в этом понятно для вас ничего нет. Дальше. Молодой человек ответил утвердительно, да, он ребенка от меня хочет и свадьбу, но свадьбу, мол, такую, чтобы я самая красивая невеста была, хотя ему сказал, что никаких писем не хочу, хочу просто расписаться на свою фамилию. Но если вы сами, так вот, достаточно, на мой взгляд, обесценили то, что, значит, ну, то, к чему, получается, сами же стремитесь, вот, то мужчина вам, по сути, просто отразил то, что вы сами транслируете, ну, сами транслируется, а именно что брак это, ну, не что-то важное, знаете, это не что-то серьезное, вот, для вас. Тем не менее это важно, и вот как-то это совмещается у вас, что
фактически получается, что это важно, а по поведению нет. Для чего расписываться и для чего фамилию? Но раз мужчина хочет иначе, ладно. Видите, вы так ставите интересы мужчины выше своих. Нет, с одной стороны, это хорошо, конечно. Но, на мой взгляд, у этого должны быть определенные границы. Вот. В данном случае человек как бы игнорирует ваши интересы, и, на мой взгляд, это, конечно, ну, не сказать, чтобы было приемлемо. Да? Дальше. Так. Я успокоилась, жили, не тужили. То есть вам будет важна именно какая-то определенность. Спустя 5 лет начались ссоры на бытовой почве, он перестал помогать по дому, приходя домой, мог положить грязную посуду в мойку и отправиться смотреть ТВ. Ну, смотрите, в ссорах участвуете и вы тоже, поэтому здесь не все так просто, вы участвуете в конфликтах тоже. Вот. И нужно понимать, какой конкретный вклад вы вносите в ссору сами. Это важно. Очень важно. Потому что фактически это то, из-за чего ваши ссоры возникают. С какого момента мужчина перестал помогать? Тоже достаточно важный момент. То есть, ну что, в одночасье просто взял и перестал, ну, выглядит это несколько странно. Я завела разговор о том, что у нас быть совместно, мне бы хотелось помощи, как и раньше. Эта позиция ждет, позиция просящего. Если помощь прекратилась, она прекратилась почему-то. И у мужчины появились веские основания вам ее не оказывать. У мужчины пропала мотивация. Вы серьезно думаете, что ваша просьба могла что-то изменить? Но что было сказано, зачем мне тогда ты, я один могу жить и сам посуду мыть и готовить и стирать. Очень жалею, что в тот момент я не сказал, что я не бесплатная рабочая сила, что я женщина, которая не желает, чтобы я воспринимали как домработницу. А почему не сказали? Вы это не открываете. Из-за чего смолчали? Каковы причины? Потом как-то снова начали общаться. Смотрите. Потом как-то снова начали общаться. Как-то. То есть здесь происходит что? Вы решаете последовать такой модели перемелется мука будет, да? Вы так решаете поступить, но не фиксируете это, а говорите, что ну просто как-то. Вот как-то начали общаться. То есть, если вы игнорируете свою собственную, опять же, ответственность и свой собственный вклад в начало общения. Как до этого игнорировали свой собственный вклад и свою собственную ответственность в конфликтах. Дальше, он какое-то время помогал, но все вернулось на круги своя. Какая мотивация не возвращать все на круги своя?
Через 6 лет совместного проживания я второй раз спросила, что у нас с отношениями, как у нас будущее, пойдем ли мы в ЗАГС, а зачем? Дело в том, что его родители, мои родители дают сумму денег на покупку жилья, на первый взгляд мне надо взять небольшую сумму и купить жилье. Не очень понятно. Так на первый взнос на жилье или купить жилье? Тут не ясно. Ну как покупать жилье, не имея штампа одной фамилии, как заводить детей? Да, в принципе, легко. Вопрос в том, зачем вам дети, да? И, ну вот, понимаете, здесь, как сказать, здесь по факту получается, что стимулом для того, чтобы значит, ну вот, поговорить о будущем ваших отношений, выступает перспектива жилья и ваша тревожность по поводу незащищенности своей. Только почему спустя 6 лет, не совсем понятно. На что получила ответ, а зачем ЗАГС, давай без ЗАГСа, детей без ЗАГСа можно родить. Квартиру купить тоже не обязательно расписываться. Но это правда. Мой любимый человек, мой сожитель, спустил меня с небес на землю. Вы определитесь, Яна, ваш любимый человек или ваш сожитель. Потому что сожитель и любимый человек – это не одно и то же. И это достаточно разные, я бы сказал, несовместимые роли. Спустил меня с небес на землю, то есть фактически вы признаете, что вы жили иллюзиями, нереальностью. У него нет причин, чтобы жениться, это правда. Я не смогла сдержать слез, не могу успокоиться, что 6 лет понадобилось, чтобы понять, что отношения были так вроде серьезным, но я не та, на которой можно жениться. То есть по факту это вопрос вашей ценности, вопрос вашей самооценки и значимости. То есть вас волнует то, что вы не та, на ком нужно жениться. Вас волнует то, что вас не выбрали. Видите, какой внутренний конфликт решает? Доказать, что вы значим. Доказать, что вы важны. А значит, именно в этом вы в себе сомневаетесь, а значит, именно это чувствует ваш партнер. Я хочу уйти, прорвать эти никуда не идущие отношения, а куда должны идти отношения, по вашему мнению. Куда? Скажите, я права? Ну, об этом я говорил. Или нужно еще говорить про наладить быт отношения тогда. Ну, это как бы задача двоих людей, не одного человека. Пыталась говорить, что мне хотелось бы с помощью, мы видим заметный быт, но вы все разводились, потому что меня все сводилось, потому что меняться не хочу, и раньше меня все устраивало. Но раньше помогал, принимал участие в воспитании, решение бытовых вопросов последний год сам по себе. Ну, опять же, я повторюсь, что-то изменилось год назад. Что-то произошло. И нужно понять, что именно. Вот. А так, если хотите изменить отношения, Ян Хаяна, то вам нужно менять свою модель поведения. Чтобы мужчина ценил вас, чтобы мужчина уважал вас. Вот. А если вы так не делаете, то откуда взяться подобного? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго.